мешает нам. Что-то у нас двигатель загорелся, нехорошо. Это очень даже нехорошо. Пока мы до первого бензоколоночки не доедем, будет вообще тяжко. Потом, конечно же, машинка у нас прокачается, пока мы, естественно, пока доедем. Опа, давай. О, хорошо, видишь, у нас все хорошо, достаточно бензинчика хватает. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». Ну что ж, поехали. Посмотрим, прокачали ли мы машинку с прошлого раза. Едем вперед, сбиваем зомбаков. Что у нас там? У нас по бензинчику. По бензинчику хорошо. У нас автомат мощный, который вообще вырубает всех зомбаков сразу. Смотри. Давай, поехали. Вот, смотри, вообще зомбаки разлетаются только так. Я их даже не замечаю, зомбаков, вообще даже не вижу. Они разлетаются на мелкие кусочки. Так, патронов у нас много, еще 9 патронов целых. И что ж, мы... Давай. Здесь такие очень странный мост поломанный. Поэтому здесь немножко сложно. Немножко сейчас ускоримся. Хорошо, у нас для этого есть ускорение. Вот, чуть-чуть на самой вербы. Опа, повернули. Хорошо, наверху мы находимся. И летим вперед. О, нет. За мной бежит какой-то монстрик. Так, быстренько. Тачка что-то вообще у нас разлетелась, я смотрю. Прям нехорошо. Так, хватит ли у нас бензина? Кончился ускоритель. И, к сожалению, наша тачка разламывается потихонечку вообще вся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же делать? Ну, хоть что-то там стоит, у нас ускоритель бесполезный стоит и автомат, потому что нет патронов, нет ускорения. Таченька наша вообще бедненькая. Но, может быть, хотя навряд ли, конечно, что мы доедем, ну, попробуем. Попробуем. Но бензин, я смотрю, на исходе, поэтому навряд ли. Хотя, давай, еще немножечко, давай, чуть-чуть не хватило нам. Ну что ж, отправляемся в гараж. Что у нас здесь? Давай купим двигатель. Давай приобретем еще ускорение. А, нет больше денег. Ладно, поехали так. Давайте, значит, мне посоветовали ускорение использовать только тогда, когда кончается бензин. Ну, давайте, ускорение тогда мы не будем пользоваться сегодня. То есть, не будем пользоваться при прохождении игры, будем ее включать, то бишь, в конце, когда заканчивается бензин. И попробуем эту теорию. Возможно. Мы выиграем. Очень жестокая, конечно, игра, потому что машинка разламывается в пух и прах. Смотри, бедненькая. Хотя полностью машина прокачана, я повторяюсь. Я повторю, машина полностью прокачана. Практически там осталось только ускорение докупить, а так, в принципе, машинка полностью, она в топе. Но доезжаем до середины, уже от машины остается мало что приглядное. Ладненько. О, вот эти вот монстрики мне постоянно мешают. Зомбаки. Вот, видишь, тоже бежит. Сейчас мы остановимся. А, нет, нельзя останавливаться. Вперед, немножечко ускоримся. И видишь, и машинку сразу нас разломала. Чуть-чуть ускорился. Хотя я не должен брать пока ускоритель. Ускоритель мы включим в конце и посмотрим, доедем мы или нет. О, да, с таким бензином нашим. У нас вот все улучшено. Двигатель улучшен. Бензин улучшен на максимум. Коробка передач на максимум улучшена. О, хоть бы машинка не взорвалась, смотри. Уже бедненькая вся дымит. Но осталось совсем чуть-чуть, смотри. Так, ну и все, и будем здесь использовать и не использовать ускорение. Сейчас посмотрим. Ребята, мы даже не стали использовать ускорение. Мы доехали, и бензина еще много. Нифига себе. Окей. И мы отправляемся дальше. У нас, повторю, 158 день. Значит, хотелось бы напомнить. И едем дальше. Ух ты! Разблокирована новая машина красненького цвета. Куча денег у нас. Мы купим сейчас ей бензин. И на этом, в принципе, все. Больше денег нет. Хорошо, поехали. Новая тачка у нас, ребята. О, какая, какая она медленная, но красивая. О, монстрики, видишь, падают вниз.
Этот монстр бежит, врезается, снимает себе голову. Да, машинка разламывается нормально-таки. И скорость у нее, смотри, какая маленькая, и бензина мало. Да, ей нужно, нам нужно прокачать будет колесики, потому что это никуда не годится. Ну все, бензин закончился, нам дали 2000. 2 миллиона, что мы на них купим? Практически ничего мы на них не купим, вот что двигатель только. Более быстрый, более эффективный. Что ж, поехали. С более быстрым, с более эффективным двигателем. Да, красивая машинка, но не знаю. Она не для зомби-апокалипсиса. Абсолютно. Да, о, все, поехали вниз. А мы сейчас доедем, не доедем, а не доезжаем. Здесь нужно знать будет, что здесь такая есть яма, в которую мы можем упасть. Очень тяжело она пробивает и зомбаков, и ящики. Тем более ящики. Ну или тем более зомбаков, не знаю что. Все, бензин закончился сразу же, мгновенно. Денег дали нам очень мало. Купить мы тут абсолютно ничего не можем на эти деньги. И вернуться на нашу прежнюю машину, к сожалению, не можем. Вот наши машины, которые вообще у нас были. Самая первая, вторая машинка, третья. Мы их улучшили полностью. Машинка-мороженщика, так называемая. Вот это тоже у нас машинка предыдущая. Наша машинка была полицейская. И вот эта красненькая. У нас еще есть зелененькая будет, синенькая, такой джипик. Пикап, ой, как минивэн такой, да? Пожарная машина. И такой большой бульдозер-самосвал. Офигеть. Ну что ж, продолжаем наши красненькие машинки. Ничего здесь мы не можем улучшить. Едем так, как едем. Надеюсь, сейчас нам дадут немножечко денег. И мы... купим что-нибудь еще интересное. Ну, я думаю, желательно купить, конечно же, все-таки бензин улучшить, чтобы можно было дальше ехать. Ну, мы сейчас посмотрим. Чем больше расстояния мы проезжаем, тем больше денег нам дают. Вот, проедем мало расстояния, нам мало денег дадут. Количество зомбаков, которых мы убиваем, на это деньги дают очень мало. Ух ты, нифига. Мне кажется, мы здесь ничего не ездили. Все, бензин закончился. И наша машинка падает и едет дальше. Смотри, она едет. Оп. Все остановилось, видишь. За расстояние нам дали 1600, а за зомби всего лишь 900. Ладненько, едем дальше. Смотрим. Да, мы можем улучшить либо колеса, либо можем улучшить противовес. Или ускоритель. Давай купим ускоритель, а что ж. Хоть немножечко, но будет ускорение. Поехали, сейчас проверим. Во! Ускорение, смотри, видишь, немножечко включили. Ну да, ускорения мало, и у нас что-то вообще проблема. Проблема с зомбаками, может она тяжелее стала машинка с ускорением, с ускорителем, я не знаю, сейчас проверим. Давай, машинка, ускоряйся. Вот, все, ускоритель закончился, и, ну, мы все равно чуть-чуть, а, нет, мы даже не доехали до того места, где мы были. Не знаю, сейчас опять кончится бензин, смотри. Все, бензин закончился. Да. Ну, можно еще прикупить ускорение. Вот это я люблю. Я люблю покупать ускорители. Хотя сейчас, в данный момент, нам нужно не ускорители покупать, а, наверное, скорее всего, бензобак увеличивать. Ну что ж, а зато с ускорением интереснее играть. Мы можем ускоряться и убивать этих зомбаков. Вот. Давай. Поднимаемся вверх. Отлично, вот тут бежит спецназовец, нетушки. Вот здесь хорошо, что вот это вот коробки падают и ломаются. Все, ускоритель у нас закончился. Чуть-чуть не хватило нам доехать вперед. И сразу же горит наш автомобиль, хорошо. Давай улучшим колеса. Да. Вот это колесики, вот это, я понимаю, машинка. Сразу будет ехать лучше и давить зомбаков, смотри. Да, у нас вроде бы ускорение улучшилось. Давай, долбим. Хорошо, прям едет. Ага, ускорение. Есть. Смотри, спецназовец летел и сломал ноги. Он их просто переломал. Давай, ускоряемся. Опа, ускоритель закончился, как не кстати. Оп, промахнулся наш спецназовец. А мы едем дальше. Ну, посмотрим. Ну, все, давай, еще бензин сейчас закончится. Не успеем мы. Да, мы не успеваем на этом мосту ничего сделать. Потому что не хватает бензина. И денег у нас нету. Но зато мы купим сейчас коробку передач.
Увеличивает количество вообще скорости. А, все, мы пока не можем. Поехали. Во, наша скорость увеличивается. Давай полностью мы сейчас прогрузим, посмотрим. А, смотри, я ехал быстро, и зомбак стал быстрее бегать. Намного быстрее, представляешь? У него скорость увеличивается. Это спецназовец бежал вообще быстро-быстро. Машинка наша быстрее едет и бежит спецназовец быстро. Здесь все про... интересно так все устроена игра. Едем медленно, этот зомбарь медленно бежит. Ой, навалились на капот зомбаки, мешают нам проехать. И здесь, как всегда, мы сейчас упадем и не успеем доехать до середины. Вот так, да, постоянно здесь у нас заканчивается бензин, к сожалению. Все. Пока мы не прокачаем бензобак, ничего не получится. Но денег у нас вообще не хватает. Ладно, едем дальше. Едем дальше, прокачиваем наши деньги, наш кошелек, так сказать. Потихонечку, понемножечку. Сейчас будет другая тактика. Мы ускорение пока не будем трогать, будем ускоритель включать в самом конце. И попробуем немножечко дальше проехать. Проверим теорию. Тогда же у нас не получилось проверить, потому что мы все равно приехали раненько. Так, едем, и где-то здесь у нас надо будет... Вот здесь. Вот здесь включаем ускорение. Опа, нифига, к сожалению, перевернулись, ё-моё. Ну, немножко больше денег получили. Давай сразу купим бензин, бензобак, да. Все, едем дальше. Да, а опять-таки мы сейчас ускоритель попробуем использовать в самом конце, посмотрим, что из этого выйдет. Угу, проезжаем и посмотрим, что же получится у нас. Опа, аккуратненько. Едем. Аккуратно. Зомбаки. Вот, мешают нам. Что-то у нас двигатель загорелся, нехорошо. Это очень даже нехорошо. Пока мы до первого бензоколоночки не доедем, будет вообще тяжко. Потом, конечно же, машинка у нас прокачается. Пока мы, естественно, пока доедем. Опа, давай. О, хорошо, видишь. У нас все хорошо, достаточно бензинчика. Хватает. Ой, двигатель сломан. Ну ничего страшного, ускоряемся. Давай, двигатель закончился. А, ускоритель закончился и сломан двигатель. Но все равно проехали мы даже таки много. Достаточно далеко проехали. На что будем увеличивать? Давай, значит, броню купим. Вот, хотя бы такую. Во, нормально, вообще ништяк. Сейчас еще раз поедем, проверим нашу броню. Нифига, смотри, как зомбаки сразу их режут на этой броне. Давай, машинка, давай. С броней у нас все получится. Проедем подальше теперь. Теперь намного дальше мы можем проезжать на такой, с такой броней. Включим ускорение немножечко. Опа! Смотри, зомбак присосался, смотри, к двери. Да, зомбачок. Он так быстро, легко умирает. Ой. Нет. Здесь опасно, смотри, опасное место такое. Что-то мы перевернулись, к сожалению. Да, ускоритель закончился, но посмотрим, как далеко я смогу проехать. О, нормально. Хоть и бензин закончился, но двигатель-то у нас не горит, нормально работает. Да, надо купить еще. Покупаем мы топливный бак. И еще раз проедем. Попробуем еще раз проехать. Давай, ускорение. Сейчас ускоримся максимально. Ух ты, как машинка наша летит. Да, к сожалению, ускоритель закончился, но ничего страшного. Давай, вперед еще немножечко. Вот, да. Ну, к сожалению, ускоритель-то закончился. Я ехать-то уже не могу. Вот, все, зомбарь мимо прыгнул. Ой, и колесики надо бы нам будет в следующей серии увеличить. Ох, отлетела у нас, прикинь, броня. Это очень плохо. Броня просто слетела. Давай, ускоряемся. Наша тачка едет вперед. Хорошо, зомбарь. Ты не сиди здесь. Взорвался тоже зомбарек наш. Сколько мы можем проехать? А все, они нас останавливают, эти зомбаки, представляешь, да? Гады. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, если ты досмотрел этот ролик до конца, поставь, пожалуйста, свой лайк этому видео, если ты еще не поставил. Подписывайся на канал, пиши комментарии. До новых скорых встреч. Пока-пока.